популярные вопросы о лазерной коррекции зрения. Можно ли делать лазерную коррекцию зрения до родов? Надоели очки. Пора сделать лазерную коррекцию. Я слышала, что после коррекции зрения нельзя рожать. Зрение может опять ухудшиться. Лазерную коррекцию успешно проводят нерожавшим женщинам. Никаких потенциальных рисков для будущих мам эта процедура в себе не несет. Проблемы же могут возникать во время родов по другой причине – из-за неудовлетворительного состояния сетчатки. Серьезные нагрузки во время поток способны стать причиной ее отслойки и потери зрения. Поэтому всем планирующим рождение ребенка женщинам стоит посетить офтальмологическую клинику, проверить состояние сетчатки и в случае необходимости обязательно пройти процедуру по ее укреплению. Если же говорить о лазерной коррекции, то она не проводится лишь непосредственно в период беременности и грудного вскармливания. Но данный запрет обусловлен не какими-либо угрозами для мам и малышей, а потому, что у беременных и кормящих женщин изменяется гормональный фон. И результат коррекции может оказаться нестабильным. Лазерная коррекция – это больно? Представляешь, через неделю сделаю лазерную коррекцию. Наконец-то буду отлично видеть без очков. Бррр, как ты решилась? Это же больно! Процесс лазерной коррекции зрения проходит под действием местной капельной анестезии. Боли пациент не испытывает. Некоторые говорят лишь о том, что чувствовали небольшое давление на глаз. Но не более. Несколько неприятен по ощущениям послеоперационный период. Могут быть небольшое жжение, чувство песка в глазах, слезотечение и светобоязнь. Но современные методики проведения коррекции позволяют свести этот этап к нескольким часам. И, разумеется, врач даст рекомендации, как минимизировать неприятные ощущения. Обычно в ближайшие дни после вмешательства пациент уже может жить привычной жизнью, наслаждаясь хорошим зрением. Результат после лазерной коррекции сохранится ненадолго. Мама, привет! Я тут подумала и решила сделать лазерную коррекцию. Надоело мучиться в очках. Доченька, я слышала, что результат коррекции все равно временный. Лет через 10 зрение опять ухудшится. Результат лазерной коррекции зрения со временем не меняется. Коррекция прошла многоэтапные клинические испытания, прежде чем ее начали использовать офтальмологи в медицинских центрах и клиниках по всему миру. Однако врачи предупреждают всех пациентов о том, что ухудшение зрения возможно по причинам, не связанным с проведением лазерной коррекции. Эта процедура корректирует неправильное преломление света в глазах. Однако изменения, вызванные старением организма и другими глазными заболеваниями, могут сказаться на качестве зрения. Поэтому нельзя оставлять без внимания здоровье глаз и следует регулярно проходить диагностику. После лазерной коррекции много ограничений? Может быть, пора сделать лазерную коррекцию? А я ведь скоро улетаю на море. Вдруг после коррекции нельзя лететь на самолете и плавать? Конечно, побереться придется, но только в первые дни после процедуры. Например, немного повременить с посещениями бассейна или бани. Перерыв в занятиях спортом также будет весьма кратким. Никаких ограничений на физические нагрузки в дальнейшем лазерная коррекция не накладывает. Наверное, достаточно сказать, что этот способ восстановления зрения активно используется летчиками-испытателями, альпинистами, каскадерами, борцами.